Приветствую вас на канале Asmodee Play. Кто смотрит это видео первый раз, хочу сказать, что играем мы в GTA 4. Пользуемся телепортами, это мы называем такси. Просто напрямую. Потому что это выгодно, удобно. Итак, опять он. Твою ж мать, что тебе надо? Машину сладенький. Твою ж мать-то, ну козел ты. Вот. Тихо. Да блин, я вот собой пожертвовал. Ну, что ты будешь делать? Блин. Тихо. Да уйдите вы. Стой. Так, я не хочу быть за рулем. На. Да вы что такие твари-то сбиваете-то меня? За что? Падла. Так, вот мы сели в машину. Так, чтобы выбрать пункт назначения, чтобы нажмите, блин, этот тварь не идет, он хочет, чтобы я его вез. Блин, как, ну давай вот в эту вот. Подберите. Подобрал. Садись, тварь. Ладно. Промотаем поездочку. Итак, вот мы добрались до пункта назначения. Что мы тут делаем? Неизвестно. Надеюсь, я тебя грохнул. Ой-ой-ой-ой. Так, это кто? Где Брайс? С мальчиками по вызову. Сейчас я вам такой вызов устрою, твари. Если вы... Так. Еще минутку. Так, это что нам надо сделать? История. Убейте шантажистов. Вот так вот. Ясно и понятно. Валим козла. Он причинил нам много зла. Кстати, машина-то не очень. Скорее всего, опять куда-то нас заведут в тупик. Можно по нему стрелять или это бесполезно? Надо до определенной точки ждать, чтобы убить его. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давай. Так. Немножко скорость сбавим. Блин. Тихо. Такси, пропусти. Пропусти такси. Едем. Валим. Блин, да даже не стрельнуть по нему. Что за машина такая дебильная? Ну хотя я такую взял, блин. Надо было другую брать. Блинский. Найди машину. Так, они где? Они где-то внизу. Вот они здесь, внизу. Давайте. Сейчас. Дороги есть, слияние дорог там? Нет. Хоть, может, притормозят они. Шанс-то на это хоть есть. Тихо, твою ж мать. Уйди. Уйдите с дороги. Че вы такие подонки и мерзавцы? Давайте. Ой-ой-ой. Да ешь твою мать-то. Мы так никого не догоним. У меня тут еще помеха справа болтает. Трындычит, блин. Спрашиваться, что трындычать-то? Сиди, молчи. Тебя везут, радуйся, что не пешком идешь. Так. Вот немного. Вот так, все, справились вроде бы. Выехали. Нико, заткнись, тварь. Не открывай свой поганый рот. Сиди, молчи. Вон он. Тихо. Утихнуть, пока мы
Так, вот я ему то же самое говорю, утихни, замолкни, заткнись, тварь. Блин. Ни хрена себе, это он там грузовики сшибает. Я уверен, что по нему стрелять, это бесполезно. Так, едет по встречке. Давай, 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 где ты? Блин. Вот, вот он ты, нашел тебя. Вот так. Менти-то, надеюсь, хоть за тобой едут. Блин, блинский. Хоть бы они за тобой, хоть бы они тебя догнали. Ну давайте. Валите его. Ага, ага. Так, если не знаю, что полиция этого города стоило бы даже, ага, помочь. Полицейский, говно. Да блин, хотя бы шины им прострели. Хотя бы. Ну ёж твою мать, мы так хрен догоним. От машины-то уже ничего не остается. Вон он, я его вижу. А теперь надо как-то вот здесь вот проскочить, проскользнуть так. Вот так вот. И у него что за машина бронированная? Он стольких там посшибал, и машина целая на ходу у него еще. Так, поворот. Аккуратненько. Что-то мы долго за ним едем. Тихо-тихо, вот так. Блин. О, приехали. Финишно. Да я даже из машины не буду вылазить, чтобы вас убить. Да. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. О-о-о-о-о-о. Что-то я расслабился, ничего себе. Отвезите домой его. Твою ж мать-то. Вот это я дал слабину. Встал, жду, когда меня арестуют. Уже дверку подергал. Ой-ой-ой. А можно вот так вот, как бы... Так. Меню. Контакты. F. F. Где ты? Уход от полиции, давай. Смоги, пожалуйста. Давай, иначе за каким хреном ты мне тут вообще сдался-то? Он утверждает так. Я тоже это утверждаю, что теперь? Я полностью солидарен с ним. Тихо. Вот сюда свернули. Так, пока нас не догоняют. И никого нету. Так, а где тут мойка-то? Это мойка или что, или покраска? Блин, а там покраска. Тихо, 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 тихо. Отвалите от меня. Я гомосека везу. Это, знаете, не очень приятно. А он еще сидит напротив. Тихо, тихо, тихо. Вот сюда. Вот сюда. А раньше гомосексуализм считали болезнью и лечили радикальными средствами. Вплоть до уничтожения тела или личности. А теперь это, блин, в моду у них вошло. Господи, еще ведут себя как бабу. Хоть бы скрывали бы это, нахуй. Все, давай, пошел отсюда. Выметайся из машины. Мы телепортируемся к следующему заданию. Телепорт сработал удачно. А я вам напоминаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии, как бы поступили вы, что бы предприняли в той или иной ситуации. Ну, я буду на связи. Отправляйтесь в переулок. Едем в переулок. Так, я не понял. Меня только что сбили? На пустом месте? Тварь. Так.
Для начала мне нужен бронежилет. Бронежилет лучше для мужчины нет. Надо такси срочно. Вот, вон оно. Видим. Догоняем. Такси, такси. Стой. Стой, стой, стой. Фух, успел. Чуть не убежали. Давай за броником сначала. Поехали за броником. Давай. Рубашку мне. На халяву. Ну, снеси в угол. Давай. Один столб сносит другой. А, ты меня давишь, тварь. Ни хрена себе. Один, один урну сносит, другой столб, а этот меня давит. Благородство. Так, броник взял. Пожрать теперь надо. Где оно там? Вот так. Более точный, ну, на мой взгляд, оружие, чем УЗИшка это. Так, пожрать. Где тут пожрать можно? Давайте-ка я пожру. И когда на месте буду, я вам сообщу. Так, мы телепортировались как раз на улочку. Что нам там надо? Давайте посмотрим. Пешком. Давай, дробовичок в ближнем бою сейчас. То есть, мало ли, на нас нападение будет, так хоть отобьемся. Завалим всех, кто неровно дышит. О, да я прав оказался. И что мне надо сделать? История. Оплата. Сделайте так, чтобы полиция перестала купить их хот-дог. Так, оплата, чтобы купить патроны. Давайте подобьем чижика, пыжика. Так, если надо подбить, то из гранатомета. Все в сборе. Шакалы. Смотрим. Миссия. Угоните грузовик. Ой, 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 ой. Так, это мне тут не поможет. Надо мощный автомат. На. На. И еще разок. Вот вам. Лекарство от здоровья. Нате, лекарство от здоровья. Хотели? Получите. Нате. Что-то вас. Тихо. Да тихо вы. Так, ну-ка, что у меня есть? Так, на вас патронов не хватит. Нате. Вот так. Что есть? Вот так есть. Неплохо. Нате. Бум. Нате. В голову. Ага, с поправкой на ветер. Теперь ты. О, как неплохой у меня пистолет-то. Очень даже неплохой. Ну давай вот так. Да. Выживешь. Отошел, падла. Уже хорошо. Ух ты. Давай вот так обойдем тебя. Опаньки. Не ожидал. А я вот здесь. Да. Теперь тебя с пистолета, на. Вот так вот. Во-во-во-во-во.
Еще разок. Еще разок. Даешь твою мать-то. Что это у меня? Прогрузка? Ну, кто булькнул? Вроде в бошку. Тихо, тихо, тихо. Так, заберитесь на него сзади. Хорошо. Забрался. Подтянуться. Проберитесь в кабину. Так, пробел. Хорошо. Давай. Чтоб. Заберись, давай, потихонечку. Еще разок. Давай, давай, давай. Еще разок. Оу, держимся, держимся, держимся. Давай. Вот так. Ползем. Чтобы двигаться вперед, я так жму. Тихо. Вау. Ни хрена себе, меня обзах только что шарахнуло-то. Давай. Несколько раз пробил. Жму. Блин. Тихо. Тихо. О. Залез. Ползи, ползи. Ползи, давай. Блин, тварь такая. Пробел, пробел. Ползи. Блин, сейчас. Вот сейчас вот залезть. Нет, нет, не залезу. А-а-а! Как бы ноги не оторвало. Давай. Залазь, падла. Залез. Теперь вперед продвигайся. Продвигайся, продвигайся. Еще вперед. Тихо. Вот так вот. Давай, давай, давай. Да ты не катайся влево-вправо-то. Так, я должен сбоку, да? Сбоку должен. Так. Забраться на грузовик. Давай. Сможешь ползти вот так вот? Или мне надо по крыше именно ползти? Я живу вперед, а эта тварь не лезет. Во что я только втянулся. Так, ладно, сейчас разберемся с управлением. Давайте. Надо просто пробел зажимать, когда ползешь. Вот в чем приколюха. Зажал пробел. Пошел отсюда. Че тебе навалять? Вот так, господи. Все в крови, а я пиджачок только купил. Надо было пробел зажимать. Так, назад. Хорошо, назад, так назад. За мной охоты, надеюсь, не будет. Никто меня преследовать не станет. Ой-ой-ой, у него еще оружие там. Ну, пусть подавится своим пистолетиком. Сколько там? 3-4 патрона. Так, он ждет тебя, сразу поймешь. К старому особняку. Ну, вот так вот. Понравилось? Как доехал, ставим лайк. Не понравилось, подписались. Сами проделали такой трюк, оставили коммент. Вот, кстати, посмотрите, там много, куча всяких мотоциклов. На карте это находится. Вот здесь. Один раз я уже проезжал мимо, хотел отметку себе сделать. Вот здесь вот будет находиться магазинчик с кучей мотоциклов на любой выбор. Вот ресторанчик, где мы шугали козла одного на ментовской машине. Он гонял, 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 гонял по городу. А куда в итоге приехал? А вот к следующему домику, который справа, вот, только к следующему. Зато как гонял. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, менты, менты. Ой-ой-ой. Менты уехали? Нет, 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 нет. Вот чуть не влип, ребята. Да ж твою мать-то. Сделайте так, чтобы полиция перестала вас искать.
Да конечно. На грузовике это только и сделать. Ну, блин. Еще, господи, чего вас так много-то? Не было никого. Так после дождя, что ли, как грибы полезали. Ух. Еще и на грузовике, так, на таком черепашем. Оторвись, попробуй, ага. Ну-ка, с дороги нахрен. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, что случилось? Так, спокойно. Чтоб перестало вас искать. Сейчас сюда едем. Вот сюда. Сделаем круг. Вокруг. Солнечный круг. На небо вокруг. Это рисунок мальчишки. Вот командгал. Это папа ему помогал. Вот и мы также, которому папа помогает. Все из рук вон плохо получилось. Вроде немножечко осталось. И, блин, вот надо же было впечататься в кого-то там. То ли я на него что-то уронил. Уйдите. Пока ментов нету, я тут хозяин. Вон там один в фуражке ходит, что-то там. Сиськи мнет. А? Магазинчик. С мотоциклами. Второй раз проезжаю. Все для вас, подписчики, все для вас. Подвинем сейчас. Подвинули. Освободили себе дорожку. Так, мне прямо надо. И поворот налево. Оп, стоп, 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 стоп. Ой, 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 мне в дебри придется ехать. Хорошо. Терпите. Вы же терпели, вот и терпите. А мне некогда, меня ждут. У меня груз. У меня сроки, в конце концов. И вот в пещерку или куда? Я думал, пещера это вообще-то. Ой ты, господи, вот этот дом, сразу узнаешь. Сразу узнал. Какого-то бомжу уже привез. Который у баков греется. Как это противно. Итак, подписывайся на мой канал, ставим лайки. Увидимся в следующей серии. Пока. А я пока что проедусь вот на этом. Вау! Мопеде!